Доброго времени суток, дорогие телезрители! В эфире НВК Саха передача «Про авто 14». Мы обсуждаем темы и поднимаем вопросы, касающиеся правил безопасности дорожного движения. В студии работает Валерий Антонов. В течение следующих 25 минут вас ждет много новой и, главное, полезной информации. Итак, смотрите в сегодняшнем выпуске. Статистика происшествий, что случилось на дорогах республики за последнюю неделю. Дорогу кому? Правила проезда перекрестка и участков с круговым движением. Истек срок. Поговорим об ответственности за несвоевременную уплату штрафа. Лучше перебдеть, чем недобдеть. Меры безопасности в дальних поездках зимой. Повторение – мать учения. Правила дорожного движения в нашей студии проверит журналист, телеведущая Светлана Трофимова. В начале выпуска предлагаем вашему вниманию краткий обзор происшествий на дорогах республики за последнюю неделю. За последнюю неделю на дорогах Республики Саха-Якутия было зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 7 человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе 3 несовершеннолетних. 2 ДТП с участием несовершеннолетних были в городе Якутске, одно в Мигино-Кангаласском районе. 23 ноября в 14:00 в дежурную группу батальона ДПС ГИБДД обратилась женщина с заявлением о том, что на ее 11-летнего сына, переходившего проезжую часть улицы Билибина по нерегулируемому пешеходному переходу, совершен наезд с неустановленным автомобилем. В результате ДТП школьник получил телесные повреждения в виде ушибов колена и грудного отдела позвоночника. Медики назначили ему амбулаторное лечение. В тот же вечер сотрудниками ГИБДД был установлен и задержан водитель автомашины Toyota Premio. Им оказался мужчина 94-го года рождения, который пояснил, что заметил ребенка в последний момент на пешеходном переходе, вследствие чего не успел среагировать и остановить транспортное средство. После ДТП автомобилист отвез несовершеннолетнего в школу и уехал, не сообщив о произошедшем сотрудникам госавтоинспекции. За оставление места ДТП на водителя Toyota Premio был составлен административный материал по части 2 статьи 12.27 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, что влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 года до 1,5 лет или административный арест на срок до 15 суток. 27 ноября в 6 часов вечера в городе Якутске по Серглязскому шоссе 26-летний водитель автомобиля Toyota Corolla Axio не справился с рулевым управлением, выехал на встречную полосу движения, совершил лобовое столкновение со встречным автомобилем Nissan Qashqai под управлением 61-летнего водителя. В результате ДТП пострадал годовалый малыш, находившийся в салоне Toyota. Медики диагностировали у него перелом скуловой части лица. Со слов родителей, в момент столкновения ребенок был пристегнут в автокресле. 28 ноября в 11:20 в дежурную часть отделения МВД по Мигино-Кангаласскому району поступило телефонное сообщение диспетчера Центральной районной больницы о том, что в приемный покой обратился 12-летний школьник с растяжением мышц спины и ушибом позвоночника. По предварительным данным установлено, что мальчик получил травмы, будучи пассажиром маршрутного автобуса. Со слов ребенка, он почувствовал боль в спине, когда общественный транспорт подкинуло на ухабе. Водитель же в своем объяснении написал, что на указанном участке дороги он двигался со скоростью от 10 до 20 км в час. По всем фактам дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних проводятся административные расследования, по окончании которых виновники будут привлечены к административной ответственности. Невозможно представить себе ни один крупный населенный пункт без перекрестков. Улицы сплетаются и создают не только неповторимый урбанистический узор, но и кучу правил дорожного движения по проезду через них. В следующем сюжете мы узнаем, как правильно проехать перекресток и участки с круговым движением. При въезде на круговое движение разрешается въезжать с любой полосы. При въезде на круговое движение мы должны всем уступить дорогу. Кто находится внутри кругового, у них будет преимущество в движении. Когда заезжаем внутрь кругового движения, мы совершаем поворот направо. Поэтому по правилам дорожного движения должны показывать все правые поворотники при въезде круговое движение. И всем уступив дорогу, можем заехать в круг. Первая машина с первой полосы совершает обычный поворот направо делает.
как на обычном перекрестке. При повороте направо мы по возможности должны были заезжать всегда на первую полосу, первую правую полосу. Вторая машина, если есть первая машина, имеет право заехать во второй круг. По возможности на правую полосу должен заехать, но правая полоса занята. И третья машина, соответственно, может заехать в третий круг. А так, если, например, вот этих двух машин не будет, первых и вторых, третья уже должна будет заехать только в первый круг, как обычный поворот направо. И как только заехали, внутри кругового движения у нас обычная дорога будет прямая с тремя попутными полосами. Так, если внутри кругового будет знак 5.15.1, направление движения по полосам, и вдруг там указано будет, с какой полосы куда можно будет двигаться, вот так, тогда можно будет двигаться направо с двух полос. Но у нас таких знаков внутри кругового нет на столичном рынке, и поэтому можно двигаться направо там только с правой полосы. И, соответственно, получается, чтобы уехать с круга, надо занять крайнюю правую полосу. Бывает, прилетают так называемые письма счастья. Что ж, все мы не без греха, нужно нести ответственность. Однако не все делают это вовремя. Элементарное игнорирование, непосильная к уплате сумма штрафа или же вовсе незнание существования такого штрафа. Возможных причин много, но нести ответственность в любом случае придется. Или нет? Сегодня мы поговорим об этом с нашим сегодняшним гостем. А наш гость сегодня – это юрист компании «Правовая Республика» Александр Сергеевич Суханов. Здравствуйте, здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Так, скажите же нам, пожалуйста, как вообще проходит процедура уплаты штрафа? Получается, существует три способа оплаты штрафа. Первый, самый легкий для большинства людей, получается, это сходить в любой ближайший офис банка. То есть иметь при себе выписанную квитанцию, которую вам выдают, либо постановление об уплате данного штрафа. Идете в любой банк, предоставляете это сотруднику, вносите денежные средства и производится оплата. Второй способ, он более сложный для многих, это через госуслуги электронно. И третий способ, это уже если просроченная задолженность, через пристава, пристава-исполнителя. Угу. То есть если срок просрочен, все-таки только через пристава? Да. Ага. А так по каким же причинам люди не уплачивают штраф? По многим причинам они не оплачивают штрафы, получается, от неведения, так как они просто ходят, не знают о том, что у них имеется задолженность, и им уже приходит повестка судебному приставу о том, что их вызывают для оплаты штрафа. И они ох-ах, и что это такое? И уже у них имеется задолженность просроченная и новая за просроченный срок, получается. А какую ответственность они несут в таком случае? Получается, ответственность за неуплату штрафов уже административного характера в виде административного штрафа в двукратном размере суммы предыдущей просрочки, предыдущего штрафа. Если предыдущий штраф был в размере 500 рублей, то есть за обычную поворотку, то новый штраф уже будет в двукратном размере, то есть 1000 рублей. Также имеется арест до 15 суток и принудительные работы до 50 часов. Александр, а можно ли законно продлить срок уплаты штрафа? Получается, у людей бывают разные ситуации для продления, и так каковое в кодексе не определены обстоятельства для продления, и это уже решает судья. То есть при оспаривании данного штрафа они обращаются в суд, подают ходатайство и предоставляют документы и пояснения для судьи, в связи с чем они не смогли оплатить срок и хотят продлить. Судья смотрит это, получается, веская эта причина, либо же нет. Если да, то продлевает срок. Назовите, пожалуйста, нарушения, за которые предусмотрены самые большие суммы выплаты штрафа. Я назову самый большой и самое опасное нарушение – это вождение автотранспортного средства в алкогольном состоянии. Сумма штрафа составляет 30 000 рублей. При
не уплате данного штрафа, как я уже говорил ранее, оплата будет в двукратном размере, без учета предыдущего. То есть они сочетаются, первая оплата 30 тысяч и новая уже 60 тысяч. И также, если будет зафиксирована повторная фиксация вождения в алкогольном состоянии, то сумма штрафа уже будет как уголовная, от 200 до 300 тысяч рублей. То есть, возможно ли, что я не буду выплачивать штраф в первый раз, во второй раз, получается, потом в третий? У каждого штрафа имеется срок давности, и он составляет 2 года с момента вступления в законную силу постановления о взыскании денежных средств. Для каждого человека дается срок 70 дней. Первые 10 дней для оспаривания, то есть данного постановления, оно вступает в силу в этот период, и 60 дней для оплаты. Если человек в данный срок не оплатил, то уже идет как просрочка. Суд обращается к приставу, и появляется уже новая задолженность, то есть в двукратном размере. И у этой задолженности в двукратном размере тоже уже имеется срок давности 2 года. И так будет бесконечно. То есть новый штраф появился за предыдущий, его не оплатили в срок, появляется новый штраф уже по этому штрафу, так как вы его не оплатили. И так будет бесконечно. Срок давности каждого 2 года. То есть, если... То есть за то, что я просрочил свой штраф, допустим, в 500 рублей, через 71 день, допустим, мне уже начислили в двойном размере на 1000 рублей. Тысячу, да. Теперь я должен 1500, получается. 2000. Ну, если суммарно смотреть, то 1500. 1500. Если 1000 не оплатили, то через 70 дней срок проходит, и вы оплачиваете уже 2000. Да, да. И так бесконечно все это будет длиться. И получается, если у человека разные ситуации бывают, суммы не нашли, не смогли оплатить, даже такие мелкие суммы в размере 500 рублей, и пристав даже не смог найти денежные средства у человека, то есть путем взыскания, то через 2 года данные платежи пропадают, и так поочередно. А были ли случаи, когда в итоге такие штрафы вовсе не выплачивали? Да, у меня даже, не буду говорить кто, но есть один родственник, который, получается, не оплачивается, в связи с трудным положением, и так находится в деревне. Иногда уезжает, получается, в поселок, в город, и там прилетает штраф, и он не знает даже об этом, и с ним связаться не могут. И штрафы копятся. Он, конечно, пытался оплачивать, но не получалось. И в связи с трудным положением, так как в деревне проживает, расходы на другие цели идут. А есть ли тогда, на этом примере рассмотрим, какие-то программы поддержки, возможно, для таких ситуаций? Или законом предусмотрено какое-нибудь лимитирование? Законом не предусмотрены деревни, да, к сожалению. И то, что у них такие трудные положения и так далее. Дорогу закрывают, например. Или же летом из-за погодных условий дорога ломается. Они просто не могут выехать, оплатить. А интернета через госуслуги оплатить нету. И банка тоже также в поселке не имеется. Для всех граждан, если они в первые 20 дней со вступления в законную силу постановления оплачивают через госуслуги, то для них скидка действует 50%. То есть вместо 500 они оплачивают 250. Также получается, у нас на практике были, я изучал практику, человек из принципов, получается, подал в суд, так как ему позже 20 дней отправили постановление, не уведомили срок о данном постановлении, о данном штрафе. И он из принципа уже ради этих 250 рублей подавал в суд и выиграл его. То есть 20 дней же дается, а его уведомили на 22-й день. То есть уже срок скидки прошел, и уже ему нужно полностью оплачивать. И он подал ходатайство в суд уже вышестоящий. Спасибо большое, Александр, за полезный диалог. Обращайтесь. На зимней дороге никто не застрахован от поломки автомобиля. Порой такие происшествия приводят к трагедии. Поэтому важно помнить все меры безопасности, чтобы сохранить в экстренной ситуации свою и чужие жизни. Практически все автолюбители, живущие в Якутии и на крайнем севере, утепляют стекла путем наклеивания вторых боковых стекол и лобового. Это нужно для того, чтобы они не замерзали, потому что в сильные морозы стекла начинают промерзать и образовывается лед, который очень сложно потом соскребсти. А когда вы заезжаете в тепло, этот лед и конденсат начинает таять и попадает под обшивку и так далее. Поэтому мы утепляем стекла именно двойным, используя прозрачный скотч, чтобы было герметично. Здесь я использую одеяло. Есть специальное одеяло, можно использовать войлок. Тут уже кто как горазд. В
В сильные морозы очень рекомендуется сделать обдув, вернее, забор воздуха в двигатель не через крыло, как у нас идет со шнеркелем, а именно из-под капотного пространства, потому что если будет холодный воздух поступать в двигатель, то может выдавить масло. Вообще утеплять подкапотное пространство нужно с крайней осторожностью. Почему? Потому что здесь в двигателе очень горячий коллектор, и не дай бог, если попадет войлок или одеяло на эти горячие части мотора, то может произойти возгорание. Поэтому вот у меня здесь самое жаркое место, это вот здесь, как раз где выходит коллектор, трубы глушителя. Поэтому я, ну, здесь чисто конструктивно закрывает воздухозаборник. А если бы его не было, естественно, я бы здесь положил, либо натянул бы проволочку, либо сделал какую-то конструкцию, чтобы у меня одеяло туда не попадало. Также есть опасность, что он зацепит за вентилятор одеяло, затянет его. Поэтому здесь нужно быть крайне осторожным, но мы все равно используем утеплитель, потому что это очень помогает в зимний период, и машина долго сохраняет тепло. Здесь есть именно радиатор охлаждения, гидроусилитель руля. Я его всегда закрываю. У практически у всех больших моторов, у которых это предусмотрено, перемерзает вот эти трубки там внутри, тоненькие. Если вы заглушите мотор, потом заведете, у вас может просто выдавить масло из системы рулевой. Поэтому надо обязательно обращать на это внимание. И у нас практически все в Якутии в городском эксплуатации и по трассе закрывают, естественно, радиаторную решетку, чтобы холодный воздух напрямую не шел в двигатель. Ну, бензиновые моторы, у которых большие объемы, как у меня, 4-5 литра, они обычно хорошо справляются с холодом, и достаточно просто закрыть решетку радиатора. Но если вы протянете брезент, закроете рычаги, закроете мотор целиком, то сцепление меньше мерзнет, тормоза меньше мерзнут. Соответственно, у вас уже будет управляемость и гораздо лучше. Многие автолюбители используют пенофолк для утепления автомобиля. Я считаю, что как такой декорный утеплитель, закрыть решетку радиатора довольно-таки симпатично смотрится, но под капот его класть, ну, я прям категорически не рекомендую, потому что он очень сильно электризуется и проводит электрический ток. Если вы его положите, то может где-то замкнуть, не дай бог, еще аккумулятор и так далее. Ну что, друзья, мы с вами проехались. Давайте посмотрим, запотели окна или нет. Передненькое стекло у нас чистое, а здесь вот лучше снять изнутри. Видите, тоже стекла чистые, потому что они перестают замерзать, когда мы их делаем двойными. Ну что ж, всем удачи на дорогах! Ну и сейчас мы хотим приступить к нашей постоянной рубрике, в рамках которой известные личности проходят в нашей студии тест на знание правил дорожного движения. По традиции он будет состоять из 10 вопросов, и сегодня на вопросы наши будет отвечать журналист, телеведущая Светлана Трофимова. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте. Что ж, готовы ли вы пройти наш тест? Ну, последний раз я этот экзамен сдавала 8 лет назад, когда получала права. Угу. Поэтому мне, наверное, будет сложно. Ну, попробуем. Что ж, желаем удачи. Спасибо. Можем начинать. Какие из указанных знаков запрещает поворот налево? Первый вариант ответа А и В. Второй вариант только А. Третий вариант А и Б. Или же четвертый вариант все знаки. Ну, надо сказать, что правила я с первого раза сдала, по идее. Это и с городом тоже у меня не было проблем. Проблемы были на автодроме. Но, надеюсь, интуиция меня не подведет. Так, это же не... Так, поворот. Поворот. А у нас тут разворот. Значит, А, у нас налево только автобусы идут. В, это... Разворот только. Ну, мой ответ, да. А и В. Первый вариант ответа. А, В, да. Угу. Принимаем первый вариант ответа. Разрешено ли вам движение? Первое. Разрешено только направо. Второе. Разрешено только для выполнения разворота. Или же третье. Запрещено. Насколько я помню из правил, если сотрудник ГИБДД стоит
к водителю лицом, это к тебе обращается. Здесь он обращается к другим водителям, которые вот с той стороны идут. Значит, мне запрещено. Буду стоять и ждать, когда ко мне повернется и позволит проехать. Хорошо, принимаем вариант ответа. Вы намерены продолжить движение в прямом направлении. Ваши действия. Первое. Уступите дорогу легковому автомобилю. Второе. Проедете перекресток первым. Или же третье. Уступите дорогу легковому автомобилю и мотоциклу. По идее, если бы это был равнозначный перекресток, я бы уступила правому. Уступи право. Помеха справа. Но поеду. Проеду первый здесь. Моя вроде дорога как шире и главнее. Хорошо. Принимаем второй вариант ответа. Можно ли вам выполнить обгон при наличии данной разметки? Первое. Можно, если скорость трактора менее 30 км в час. Второе. Нельзя. Или третье. Можно при любых обстоятельствах. Ну, трактор всегда медленно ездит. А у меня разметка с левой стороны, разрешающая, пунктирная линия. Это те, кто встречкой едут, они не могут этот маневр совершить. Ну, обгоню спокойно. Убеждусь в том, что я, что там нет помехи, и обгоню спокойно. Хорошо, тогда можно. Разрешено ли вам остановиться на легковом автомобиле в указанном месте? Первое. Разрешено, если вы намерены высадить пассажира. Второе. Запрещено. Или же третье. Разрешено. Припоминаю, что вроде там было как бы не менее 3,5 метра. Тут аж на 4 метра. Улица вроде тоже широкая. Становится на легковом указанном месте. Ну, в принципе, даже если не высаживать пассажира, можно остановиться. Остановлюсь. Если что, штраф заплачу. Счастливое письмо. Хорошо. Следующий вопрос. Разрешено ли вам выехать на перекресток, за которым образовался затор? Первое. Разрешено, если вы намерены выполнить поворот. Второй вариант. Запрещено. Или же третье. Опять-таки разрешено при любых обстоятельствах. Ну вот, кстати, у нас в городе часто такая ситуация бывает. И письма счастья вот из-за этого приходят, когда ты уже выехал за стоп-линию, а зеленый цвет-то вроде как и был. Там, если мне не надо ехать направо, задние могут мне пипикать. Чего стоишь, если я буду думать о том заторе? Ну, по идее, разрешено. У меня же зеленый цвет. Разрешено. В любом случае. В любом случае. Принимаем. Главная дорога показана. Первое. На левом верхнем и нижнем рисунках. Второе. Только на левом верхнем рисунке. Или же третье. На всех рисунках. Ну, вообще, знак главной дороги – это вот желтый ромб. Но здесь я уверенно могу сказать, что все три рисунка, они главные, потому что вот перекресток у меня главная дорога – это придорожные, прилегающие, они мне уступают. И вот на втором рисунке тоже я на главной, они все главные, все три варианта на всех рисунках. Такой вертикальной разметкой обозначают. Первое. Только вертикальные элементы дорожных сооружений, представляющие опасность для движущихся транспортных средств. Второй вариант ответа – все вертикальные элементы дорожных сооружений. Скорее всего, это первый вариант и точно связан с опасностью. На всех столбах разметки не поставишь. Первый вариант. Вы намерены произвести разворот на перекрестке. Какие указатели поворота необходимо включить перед въездом на перекресток? Первое. Левого поворота. Второе. Правого поворота. Или третье. Включать указатели поворота нет необходимости. Ну, здесь я точно могу сказать, что я должна левый поворотник включить. Однозначно, куда бы я ни повернула. Левый поворот, а потом на разворот до конца буду левый поворотник включать. Развернусь. Значит, мы принимаем первый вариант ответа. И наш последний вопрос. Водитель легкового автомобиля в данной ситуации должен уступить дорогу, поскольку он двигается по полосе разгона. Второе. Имеет преимущество, поскольку он двигается по полосе разгона. И третье. Имеет преимущество, поскольку он находится справа от грузового автомобиля. Конечно, уступлю. Я же мешаю общему потоку. Поэтому надо убедиться, что все проехали и уже с обочки совершать маневр. Так что уступлю дорогу, конечно. Хорошо. Принимаем первый вариант ответа.
Как вы думаете, сколько правильных ответов вы дали? Ну, я не могу быть на 100% уверена, но 99-то точно ответила правильно. Хорошо, сейчас мы это узнаем. Я приглашаю в нашу студию нашего эксперта, преподавателя школы «Фаворит» Егор Никифоров. Так, здравствуйте, уважаемые телезрители. Сейчас будем проверять ответы Светланы. Так, на первом вопросе Светлана правильно ответила. Запрещает нам поворачивать налево знаки А и В. Сколько рублей я выиграла? Так, на следующем вопросе тоже правильно ответила. Когда вот так стоит регулировщик, нам запрещено двигаться. В этом случае перекресток у нас называется равнозначным. Поэтому... Значит, здесь ошибка. Но я говорила, да, если вы помните, что если бы это было равнозначно, я бы уступила, но. Никаких знаков нету, равнозначный. Должны Значит, этот 1% у меня все-таки выходит. Легковому автомобилю. Так, в этом случае можно обгонять. Прерывистая с нашей стороны линия, поэтому с нашей стороны можно. Насчет метров правильно вспомнили. Да. Но должно быть от машины. От машины. Угу. Мы в этом случае тут не можем стать. Угу. Мало метров останется, никто не сможет объехать. Да, я подумала, 3,5 это бы хватило. Запрещено. В этом случае в затор двигаться нам нельзя. Прямо именно только нельзя. Но поворачивать можно, первый ответ. Ну хорошо, что я еще оговорочку сказала. Могла бы свернуть направо, по идее. На этом вопросе знак «тупик» стоит. Он никому преимущества не дает. Просто информирует, что там нет сквозного движения. Ответ первый на левом верхнем и на нижнем. Да вы что, у меня уже 3 неправильных ответа. У меня права не отберут после передачи. На этот вопрос мы правильно ответили. Каждый столб не будут рисовать, именно представляющий опасность. При въезде в круг мы совершаем обычный поворот направо. Поэтому должны показывать правые поворотники. Так у нас тогда всех надо штрафовать. Все машины, которые передо мной, они всегда налево поворачивают. Так, на этот вопрос верно ответили. Уступаем, конечно, хотим перестроиться. Итого 5 ошибок. 5 из 10. Ага. Ужас. Большое спасибо, что прошли наш тест. Свою базу знаний обновили вы. Да, теперь это точно. Ни за кем не повторяйте, будьте в себе уверены. И будете вы хорошим водителем. Ну, я и так неплохой. То есть, на счастье, мне практически не прилетают. Вот разве что с затором, где пометка была. Там частенько такое бывает. А вообще передача хорошая. Спасибо за то, что пригласили. Интересно было принять участие. Спасибо. Счастья, здоровья. Спасибо. Спасибо, Егор. Спасибо, до свидания. До свидания. Уважаемые телезрители, вот и наша передача подошла к концу. Будьте бдительны, соблюдайте правила дорожного движения, будьте здоровы, берегите себя, своих близких. До новых встреч в новых выпусках.